пропустили. Я надеюсь, Ступинцы об этом знают. Стало быть, есть возможность. Сегодня сами хозяев пропустили. В большинстве. А, щитками отражает Плешков. Браво! Еще один бросок. Шайба заходит очень быстро. Теперь уже под щитками. 0-6 в большинстве. Моментальная реализация. Сколько? 8 секунд, да? 8 секунд. Красота. Ну, холодный вступил в игру Артем. Смотрится, Зиновьев их связывает. Многое получается в сегодняшней встрече. Бросок, это уже атака москвичей. Не прижат шайба. Каменский, нет, шайба на клюшку игрока в бел-голубой форме. И здесь они что хотят, то делать. С разворота бросок, излетает девятая шайба. Но разрывает по полной программе. Заигрались Ступинцы, силы были. Заигрались они до этого, конечно, в чужой зоне. Нужно было возвращаться. В общем-то, все вернулись и расставились. Но силы были, конечно, оставлены там в созидании. И уже на оборону их не хватило ни концентрации, ни тонуса. И в итоге 1-9. И в повторе мы сейчас с вами посмотрим. Вот эта затяжная позиционная атака. Не смог Зиновьев попасть по шайбе. Тут же Каменский вроде пошел на борт. Мимо в итоге пришлось. И здесь разыграли красиво. С разворота. Камера даже не поспевала. Сейчас мы узнаем, кто автор.